В начале выпуска срочное сообщение. На 106-м километре трассы Скандинавия произошла авария с участием сразу нескольких автомобилей. По предварительной информации, фура выехала на встречку, где столкнулась сразу с тремя легковушками. В результате ДТП погибли 4 человека. Вероятно, это целая семья. Как минимум, еще один человек пострадал. Все подробности нам по телефону рассказал официальный представитель управления ГИБДД. В 20 часов 10 минут на 106-м километре автодороги Скандинавия произошло столкновение 4 автомобилей. Грузовой автомобиль «Вольво» при невыясненных обстоятельствах совершил столкновение с 3 автомобилями. В результате ДТП 4 человека погибли и 4 человека получили ранения различной степени тяжести. В «Тойоте RAV4» на момент столкновения находилось 4 человека, 2 взрослых и 2 детей. Все они погибли на месте. Дети на вид лет 7-8. В Ниссане Альмера на момент столкновения также находилось 2 детей и 2 взрослых человека. Водитель получил ранение средней степени тяжести. Его жена с 2 детьми на вид 11-12 лет госпитализированы. Сейчас на месте аварии находится наша съемочная бригада. Все подробности этого происшествия смотрите уже в воскресном выпуске «Хроники происшествий. Итоги».